Всем привет, друзья, с вами Андрей Хорьев, это канал «Футбол. Это жизнь». Итак, Форд, FIFA. Шестой выпуск, и сегодня нам остается буквально 2 единицы к рейтингу. И мы можем даже уже в этом выпуске закончить, получить условного Тоти Криро, или много еще кого Тоти. Например, у нас есть левый фланг в обороне, это Эрнандес, можно туда и Марсело поставить. И рейтинг у нас будет любого игрока. Рейтингом выше 90 мы, если получим, поставим на скамейку, у нас может уже быть рейтинг 92. Так что, скорее всего, уже в ближайших выпусках мы закончим. Пишите, кстати, в комментариях ваши идеи о том, каким вы хотите видеть второй сезон Форд FIFA, на какую тематику. Ну что же, давайте откроем пока что первых 5 золотых игроков. Нет, нет. Пиццы, кстати, у нас уже был. И мы бы могли его уже сейчас 87-ю, кстати, карточку получить. Но нам он все равно не нужен. Нет. Нет. Ну и вот так вот, друзья, не начав даже еще играть, мы получаем очередную икону Давид Резеге. Есть у него карточка 91. Естественно, если нам она пригодится, мы ее возьмем. Пока что я скажу да, но даже он нам в резерв не попадает. У нас там... 87 самый минимальный рейтинг. Но мы все равно запомним, если что, что 3ZG у нас уже есть один. Ну что ж, никак пока что наш рейтинг нашей команды не изменился. Переходим к первому матчу Fortnite. Итак, занял я 36 место и получаю 32 золотых игрока на футхеде. Ну что, 32 золотых игрока, неплохое открытие в самом начале. Поехали. Агуэра 90, у нас есть его карточка 89 обычная. Мы просто ее обменяем на 90 и будем ждать, когда нам выпадет, если еще раз 89, то мы возьмем 92-ю Лигу Чемпионскую, но потом уже возьмем его Мотма. Пока что это да. Итак, наша первая Карнибал карточка. Ну тут Бануч 89, мы его пока что возьмем. Это да. Итак, Марсель Десаи нам выпадает. Мы его, естественно, возьмем. Возьмем его и в стартовый состав. У нас есть там Пирес 85, мы его вот как раз заменим на Десаи. Если нам еще раз выпадет, мы возьмем 91-ю, но есть у него еще и Prime икона. Так что это, конечно, да. Нет, нет. А вот Рахим Стерлинг, ну это его самая низкорейтинговая карточка. Есть у него еще и апнутая 87-я. Но на 90-го тут его долго ловить, так что я пока что нет скажу. Будем все-таки, наверное, ждать, пока он нам может 90 выпадет. Да и уже и вряд ли он нам поможет. У нас только 90 рейтинг уже есть у состава. Нам нужны уже игроки только выше 90+. Нет. 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 А вот Марка Ройса мы запомним, что он у нас есть. Если он нам выпадет еще раз, будем его апать. Но у него есть карточка 94, и нам она, естественно, понадобится. Даже 93 нам бы за глаза бы хватило, но мы его запомним. Нет. Но даже Умтити уже, наверное, придется сказать нет. Нет. Вицель нет. 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 И Кер Касильяс, мы его запомним пока что. Если он нам еще раз выпадет, мы уже просто его возьмем 91-ю СБЧ флешбэк карточку. Что-то сегодня прям много игроков бывших Зенита нам выпадает. У Халка есть тоже Карнибал карточка, но нам все равно она низкорейтинговая. Нет. Нет, 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 снова нет, 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 нет. А вот и наш Лукас Эрнандес. У нас есть его 82-я карточка. Мы его возьмем 84-ю, вот эту вот. Если нам... Ну, еще можно его поймать 87-ю. Но нам она не сильно и нужна, вот, на центральном защитнике. А вот максимальная его карточка на левого защитника, мы ее поменяем. Нет, 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 нет. Последний игрок. Нет. Ну что ж, после первого открытия не сильно таки у нас и изменился состав. Появился новый игрок в основе, это Десаи. Появился Эрнандес, обновленная его 84-я теперь уже карточка. Ну и также мы поменяли здесь, поставили Банучи, который нам выпал 89-й. И также мы сделали Агуэра 90-м. Больше нам пока что никаких карточек не выпадало. Ну что же, переходим ко второй игре.
Итак, занял я 72 место, пережил 28 соперников, получаю я 14 золотых игроков на футхеде. Итак, за этот раз не так уж и много, 14 золотых игроков, но все-таки нам из-за первых 5 уже выпала икона, так что будем надеяться на Тотти Криштиану Роналду. Первый игрок? Нет. Друзья, икона, как я и сказал, будет она. Так вот и получилось. 94-й Мальдини, это его максимум. В обычных иконах есть его 95-я Prime версия. Мы возьмем, естественно, 94-ю. Поменяем, у нас там вроде есть Иеро. Тоже социальный защитник, но у него рейтинг 86. Может быть, даже нам сейчас будет рейтинг 91. Посмотрим. Нет? Друзья, и только что я в этом выпуске говорил насчет Тотти Марселло. И прям как нам повезло. К сожалению, не повезло в прошлом году Денчику Фломастером. Ему долго не выпадал именно Тотти Марселло, а нам вот он сразу выпадает. И снова второй нам игрок сейчас за открытие выпадает с рейтингом 94 в обороне. Нам он очень даже пригодится. Сейчас будем смотреть, вдруг снова будет рейтинг 91. Нам получится его сделать. Нет, 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 нет. И снова икона Сократес 89. Его средняя версия есть 91. Ну вот от 91 я бы сейчас бы не отказался, но и 89 мы тоже возьмем. Нет. И последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Набираем на этом ролике 30 лайков, выйдет 7-я серия Форд FIFA. С вами был Андрей Хорев и канал Футбол это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Я взял твою бу, и я ее ебу, и мой брат, или это,